Коллеги, добрый вечер. Вашему вниманию главный тренер Рубина Бердыев Курбан Бекиевич. Курбан Бекиевич, пожалуйста, краткий комментарий по матчу. Победа. По первому тайму в целом по игре. Ну, конечно, удар сумасшедший получился, когда был забит гол. Пожалуйста, вопросы. Влад. Курбан Бекиевич, 6 матчей команды победить не может. Как дали психологически? Ну, в целом, сказать, что давит нельзя, но группа атаки, конечно, пока не хватает. Там, все-таки Сагитов молодой, мы надеемся на него, что рано или поздно забьет. Также я Башев, но надеемся, что все будет нормально. Нужно время. Курбан Бекиевич, первый тайм показал, что Рубин сознательно отдал, да, территориальное преимущество крыльев советов и считанное число раз вообще до штрафной дошел. Или это было настолько в мастерстве укрылся, выиграл в крыльях это преимущество? Оценить ситуацию в первом тайме? Да нет, в первом тайме я уже говорил сейчас на нашем интервью. Неправильное перестроение впереди Сагитова и Башкира. Ой, Акбаша. Поэтому все ломалось. Там, ну, это поправимо. Во втором тайме более-менее стало, когда стали правильно перестраиваться из пассивного, активного выходить. А в целом, в первом тайме, да, действительно, мы сами ошиблись в перестроении. Ну и крылья этим неплохо воспользовались. Курбан Бекиевич, пропущенный гол, как вы считаете, стал следствием позиционной ошибки или почему не успели на этим гол? Нет, нет, там позиционной ошибки не было, там смена направления хорошая была. И, ну, конечно, удар на загляденье. Курбан Бекиевич, Кузьмин вошел в штат, можете... По игре вопрос. Не знаю, по игре или нет, Божевич после матча с вами достаточно долго общался, он что-то вам сказал? Можете поделиться? У нас хорошие дружеские отношения, это наше. Если вопросов больше нет, спасибо.